Вот такая вот дорога у меня. Обалденная. Два раза в неделю в сторону Мартини. И два раза в неделю сюда. Здесь поинтереснее. Дай да сниму, да я глядись два шага. Эх, о, как красиво. Там солнце, оно панораму губит, но все равно. Вон эти два холма. Ну и я подъезжаю к Эгле. Там я ночью снял, сейчас днем сниму. Там дали поездок. Класс! Сегодня эти вершины обалденные. Они простают, такой красоты, конечно, не будет. Но когда они не растают, солнышко и холодно довольно. А, для России не холодно, для Ташкента холодно. Ну, зимой теплее было. Все равно классно. Сейчас спуск такой. Сильный довольно. Надо тормозок держать. Вот Эгле, значит, подъехал. Сегодня день отменный. Обалдеть. Здесь
гора тоже прям под горой еду. Вот. Это тоже Эгли. Эгли, Эгли, Эгли. Здесь поездок выходит. Железная дорога прямо рядом. Красиво. Подъезд к Эгли. Эгли, пятачок для нас. Красивый домик. А теперь с этой стороны снег лежит. Горы более высокие, лежит снег. Сейчас в центр города Эгли еду.
исторический центр. Подъезжаю. Сейчас туда въеду. Главная улочка. Так виднее. Сейчас ветер в лицо дует. Не очень. Другая часть этой улочки. Плохо записывается, по-моему. Вот и все. Эгли кончается здесь уже. С этого мосточка я начал снимать ночью летом. Вот. В общем, Эгли кончился. Александр Кирьяцкий, 9 мая 2016 года.